Бибизяна! 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 А ну еще так. Еще так, давай рассмеши ее. Бибизяна! 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 Катя, ну ты вообще смешишь так нас, а? Ты хохотун малой, бибизяна малой. Хохотун малой. Бибизяна, 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 бибизяна. Схвачу и проглочу. Бибизяна, бибизяна, бибизяна. Барань, барань, а ну еще, барань. Еще, еще. Ой, смотри, самолет какой делал. Смотри, самолет летит, самолет, папа. Самолетик летит, смотрите, самолетик летит. Пощекочи ее. Не хочу щекотать. Давай, щекотай. Ой. А ну схвати, папа. Мм, какая вкусная. Кабачок. Так, это мы сейчас вводим первые прикормы. Да. Кашу уже даем давно, а вот овощи еще не давали. Ой, как вкусно! И что мы едим? А ну-ка, кабачок. Давай. Кабачок. С пеленок. С пеленок. А кашку уже есть рисовую, гречневую. Как вкусно. Катя, дашь мне попробовать? Давай папе дадим. Катя, давай, смотри. Дайте мне. Папа. Ам. Ам. Папа тоже попробовал. Вкусно как. Ты мне оставь хоть немножко. Вкусно? А Катя смотрит на мамины брови, наверное. Так, уже полбанки съели. Конечно, у нас еще зубов нет, поэтому ей тяжело еще есть. Угу. Ну, ничего страшного, мы и так поедим. Без зубов, да? Да, Катюш, мы беззубые. Мы беззубые, беззубые, беззубые мы, да? Мы беззубые. Но это же пюре. А вот так вот ложись. Я тебе буду давать. Ну-ну-ну. Вот так вот давай. Не напрягайся. Не-не-не. Я тебе все поднесу, кротику, не переживай. Хочется уже сидеть, дитю. Угу. Вкуснота какая. Прям с таким удовольствием кушаешь, Катя. Оно вкусно, оно такое, знаешь, сладкое. Да? Угу. Я что-то думал, кабачок, он именно такой идет. Ну, не без... Он больше похож на какое-то варенье, мне кажется. Он вкусный. Не знаю, конечно, как брокколи будет есть, потому что неоднозначные отзывы. Говорят, некоторые вообще дети едят классно, а некоторые очень плохо. Раньше мы пробовали кабачок, а теперь у нас прикорм какой, Марин? Цветная, цветная капуста. Цветная капуста, первый, да. День первый день даем. Ну, смотрим на лицо. Не очень, да? Или нормально? Скажи, не, 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 ня-ня. Не пошло. Ну почему? Проглотила. Не знаю, я бы такой не ел. Запах какой-то вот у нее. Камера не передать. Камера не передать. Ну, цветная запах. Капуста запах. Почему? Какой запах? Мне не понравился запах. Кабачки вот нормально. А это цветная кабачки, капуста. Кабачки они что-то... сладенькие были прям. Цветная капуста что-то не идет. Ой-ой-ой. Да идет. Да? Она наглотает, конечно.
конечно. Ну, запах не очень. Это ж маленький ребенок. Как ты хочешь, чтобы она глотала? Вон она ест, смотри, какая умничка. Смотри, какая умничка. Ей просто много, она выталкивает чуть. Да? Глянь, как хорошо ест. Тебе нравится, Катя, или не нравится? Честно говоря. Ну, глядите, сколько съела вот. Да. Нужно чайную ложку давать, даже пол чайной ложки. Она ну, уже три она уже стол грызет. Вот, ей понравилось. Вот брокколи, я сомневаюсь, что она будет есть. Обычно брокколи детки не... Так брокколи наела, а это... Она вот... не ела брокколи. Она ела только кабачок у нас. Мы еще не давали. Она стоит у нас брокколи, но мы ей не давали еще. Ну, не нравится ей. Ну, видно, что не нравится.